Масштабное строительство внесло коррективы в размеренную жизнь деревни Раева. Скоро здесь появится новая асфальтированная дорога с удобным выездом в Звенигород. Ход работ по реконструкции проинспектировал глава округа Андрей Иванов. Реконструкцию начали месяц назад. За это время выполнили порядка 20% от общего объема работ. На данный момент частично произведена засыпка песчано-подстилающего слоя и уложен первый слой щебня. Для того, чтобы мы хвостовой части, так скажем, населенного пункта данной деревни обеспечили свободный выезд и не мешали людям жить свободной жизнью. На объекте задействовано 10 специалистов и 6 единиц техники. На сегодняшний момент производится демонтаж водопропускной трубы на дамбе с последующей ее заменой. Будет сооружена двухочковая труба 2х2 метра, уширена проезжая часть с тем, чтобы два автомобиля могли разъехаться. Будет устроена пешеходная зона, освещение и барьерное ограждение. То есть проезд в данном месте будет безопасен для всех участников дорожного движения, как пешеходов, так и водителей. Учитывая близкое соседство строительного объекта с жилыми домами, подрядчик старается максимально снизить дискомфорт жителей. Стараемся производить работы полностью в дневное время, начиная с 9 часов утра и заканчивая 7 часами вечера. Также имеем час обеденного перерыва с часу до двух. И, соответственно, стараемся не шуметь в выходные и праздничные дни, для того, чтобы обеспечить комфорт проживающих здесь жителей. К неудобствам, вызванными ремонтными работами, жители относятся с пониманием, но опасаются, что открытие новой дороги приведет к закрытию старого удобного проезда на Чистцы. Мы уже пенсионеры, мы привыкли к тому, что мы ездим по каким-то определенным тропам. Очень тяжело свои навыки менять. Нам нужно, конечно, привыкнуть, и очень хотелось бы, чтобы нам второй въезд тоже оставили. Андрей Иванов заверил сельчан в том, что дорога на Чистцы будет функционировать в обычном режиме, а также выслушал и взял в работу другие пожелания по благоустройству деревни. Мария Шматкова, Полина Толмачева, Фарид Харитдинов, телекомпания «Одинцова».